Ехал прямо, мне надо было. Ехал на работу. Ну и все, а вот этот товарищ решил здесь с третьего ряда повернуть налево. Nissan двигался в левом ряду, и по рассказу его водителя, он собирался ехать прямо. Однако в это же самое время кран, который ехал чуть впереди Nissan, стал перестраиваться для разворота. Виноват, виноват. Вот единственные его слова. То есть признает? Он признает свою вину, поэтому вот хочу схему составить сейчас вот и... Будем решать на месте, я думаю. Водитель Mazda был готов признать свою вину, однако пояснил, что Nissan ехал на довольно большой скорости и едва ли не врезался в его заднюю часть. Ну, уже вижу, машина далеко еще была из Nissan. А вот услышал, он начал тормозить. Уже свист, уже слышал, чуть вправо взял, он там даже видно, руль вправо сворачивает. Вот, уже не успел, и вот он зацепил. Видите, даже бампер в другую сторону пошел. Разумеется, наиболее заметные повреждения в этой аварии получил именно Nissan. Если стороны все же договорятся, то составив схему ДТП, они смогут и сами поехать на разбор в ГАИ. Скандар Толбаев, Александр Царегородцев, Эфир 24. Библиотекари. В воскресенье. Весь день. На телеканале Эфир.